Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Новый состав участников на Сейшелах делится первыми фотографиями с острова. На остров любви все-таки летят Ваня Барсиков и Лиза Полыгалова сразу после окончания свадьбы на миллион. Ваня долго размышлял, нужно им это или нет, и вот наконец ребята решились. Недавно Ольга Бузова выступила на Big Love Show, она спела две своих новые песни. Во время выступления у нее закружилась голова и потемнело в глазах. Танцоры едва успели подхватить терявшую равновесие девушку. Ее унесли в гримерку, и там Ольге оказали медицинскую помощь. Врачи советуют Бузовой сбавить обороты, у нее слишком насыщенный график, она совсем не спит. Бузова же заявляет в своих интервью, что отдохнет на пенсии. Тата Абрамсон записала видеоблог в рамках рубрики «Baby Boom». Как вы помните, недавно они с Валерой Блюменкранцем ездили на УЗИ и узнали, что ждут девочку. Тата очень обрадовалась, а вот Валера хотел мальчика. И сейчас он все еще надеется, что исследование окажется неточным, такое иногда бывает. Кристина Лисковец хочет скорректировать размер своей груди, конечно же, в сторону увеличения. У Ксении Бородиной в Инстаграм уже 8 миллионов подписчиков. «Спасибо за доверие», – пишет она, – «за интерес, за любовь». Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук отдыхает на Кипре. Она уехала туда, чтобы отметить свой день рождения вместе со своим молодым человеком Дмитрием. Кате Колесниченко сняли гипс с лица после ринопластики, и она хвастается своим новым носом. «А вот мой носик освобожденный. Хирург снял шину с носюльки. Какой же он красивый!» Колесниченко опубликовала коллаж до и после. «Разница очевидна. Я очень довольна», – пишет она. Вика Романец завела свой видеоблог на Ютубе. В своем первом видеоролике она провела экскурсию по дому, где живет вместе с Антоном. При этом Романец отметила, что у них с любимым раздельные комнаты. В них они хранят свои личные вещи и приводят себя в порядок. Также Романец и Гусев решили принять участие в новом шоу. Но что это за передача и на каком канале, пока секрет. Как вы помните, Ольга Бузова сняла дебютный клип на композицию «Привыкаю». Песню она посвятила разводу с Димой Тарасовым. Бузова призналась, что ролик обошелся ей недешево. Она потратила на него несколько миллионов рублей, о чем не жалеет. Ольга пригласила одного из самых дорогих режиссеров, который работает со многими российскими артистами. Сыну Ксении Собчак еще нет и 3 месяцев, но малыш уже может похвастаться первыми заработками. Его знаменитая мама активно использует свой новый статус и рекламирует детские товары. По примерным подсчетам, рождение первенца принесло Ксении уже порядка 4 миллионов рублей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.